Кафе в Сергиевом Посаде, Филадельфия Эвель. Вполне. Качество прекрасных продуктов, цен, обслуживание. Паломничество в Лавру. Лавра сверкает на солнце, купола. А завтра Успение Святой Богородицы. Свято Троицы Сергиева Лавра. Величайшая русская святыня. И вот эту доску никто ее не читает. А это очень важный. Это подвиг двух простых людей. Клемен, сельские крестьяне. Никон Шилов и Слотой, которые обнаружили подкоп и взорвали его, и сами сгорели в 1608 году во время осады польскими и литовскими отрядами. Вот. Святые ворота. Очень много народу сегодня. Келлорский дворик, выпечка. Вот мы видим фреску с изображением Сергия Радонежского и явлением Троицы Святой Сергия. Тут все увековечное. Ох, сегодня сколько народу здесь. На стенах росписи, где рассказывается вся жизнь Сергия Радонежского, как он трудился в монастыре, благословлял иноков. Вот. А когда жил в своей келье в лесу на горе Маковец, то вот медведя подкармливал. Такая вот сцена жизни. Благословил Дмитрия Донского на подвиг ратный. Угу. Вот явление Троицы. Вот. Вся жизнь его. Вот мы выходим. Троица Сергиева Лавра. А это храм Иоанна Предтечи над Вратной, над Святыми Вратами. Над вратами вот такая редкая очень фреска, которую редко кто рассматривает. Это Сергий Радонежский с учениками.
Успенский собор в лесах. Угу. Так. Все прекрасно ухожено. Цветочки бордюрные, аккуратно постриженные. Кустики, розари. Ой, благоухает. Такое благоухание в воздухе. Соборная площадь, прекрасная колокольня. Так. Идем сначала в Троицкий собор к Сергию. Георгины. В этом году георгины. Разные. Угу. Оранжево-желтые, розовые, бордовые, белые. Ой, какой спектр красок. Прекрасно. Прекрасно просто. Со всех сторон. Сергеева Лавры.
а за стеной такая трапезная. Своеобразно, мощенная диким камнем улица, вот это статенное здание, и около стен отместилась такая трапезная. Трогательно очень.